Приветствую вас, дорогие мои зрители. Давайте вместе посмотрим, какие новинки появились у нас в магазине Fix Price. Кувшин мирный, объем 1 литр. Выполнен из пластика, цена 55 рублей. Чашка керамическая, объем 350 миллилитров, цена 77 рублей. Три разных дизайна. Ретро-автомобили. Очень оригинальная чашка. Можно подарить на 23 февраля мужчинам. Производство Китай. Хлебница текстильная. Производство Россия. Цена 77 рублей. Посмотрите, какая прелесть. Как они смотрятся. Эти хлебницы прям... изумительно. Вот так вот она выглядит в разобранном виде. Очень оригинально. И вот такая вот еще расцветка. Но оранжевая мне понравилась больше, с оранжевой бейкой. Вот такая. Вообще прелесть. Красота. Блюдо 32 сантиметра. Производство Иран. Цена 199 рублей. Выполнено из стекла. Очень красивое и нежное блюдо. Такая вот идет коробка упаковочная. Видите, как оно смотрится богато. И вот такая вот еще. Такая салатник. Ваза. Вот в такой коробке упаковывается, тоже цена 199 рублей, производство Иран, 23 сантиметра в диаметре. Тряпки для уборки, в наборе 3 штуки, тряпки из микрофибры, цена 55 рублей. Все три тряпки одинаковые, размер 30 на 30 сантиметров. И вот такие вот варианты расцветок. Также тут три одинаковых. И вот такая еще. Очень мягкие, нежные тряпочки. Свечи декоративные. Цена 77 рублей. Стеклянных подсвечниках. Вот такие вот розы. Разные расцветки. И еще такой вариант — кактусы. И вот такой кактус. Свеча растения. Коробка упаковочная. Несколько расцветок. Такие нежные цвета. Голубой очень красивый. Особенно мне понравилась вот эта коробка бордового цвета. Очень богато смотрится. Вообще замечательно. 10 на 10 на 6 сантиметров. Производство Китай. Фоторамка 21,5 на 16 сантиметров. Выполнена из пластика. Вот такие вот расцветки представлены в магазине. Рамка для фотографий 19 на 23 сантиметра, 55 рублей. Также пластиковые. Так вот она выглядит сзади.
Очень красивые. Разный дизайн рамок. Подарочный набор, обложка для паспорта и ярлычок для багажа. Цена 99 рублей. Так вот выглядит оборотная сторона. И несколько вариантов расцветок. Очень оригинальные наборы. Мне прям понравилось. Подарочный набор, расческа и зеркало. Производство Китай, цена 77 рублей. Расческа выполнена из дерева. А зеркало жестяное. Очень оригинально. Хороший набор. Я такой себе приобрела. Состав дерева, жесть и стекло. Коробка металлическая, 22, 16 на 7 сантиметров. Цена 99 рублей. Производство Китай. Хорошая такая объемная коробка. Вот так вот она выглядит в открытом виде. И вот такой еще дизайн коробки. Это вообще прям изумительная расцветка. Мне очень понравилось. Магнит плюшевый. Цена 77 рублей. Магнитики находятся в лапках у зверюшек. Очень оригинальные магниты. Набор носовых платков. Производство России, цена 55 рублей. Мужские платки. Такие вот женские. И несколько вариантов расцветок платков. Зеркало раскладное, цена 99 рублей. Также я вам показываю варианты расцветок, какие представлены в магазине. Очень красивые зеркала и упакованные в подарочную упаковку. Такие вот еще подвески цветок имеются у нас в продаже. Цена 99 рублей. Тату, цветы. Также несколько дизайнов. Набор косметичка, ручка и два маркера. Очень оригинальный набор. И в нескольких расцветках. И вот показано, как рисует маркер и ручка. Набор подарочных коробок. Несколько вариантов расцветок. В наборе две штуки, две коробки. Ценника нет, но, наверное, 51 рубль.
Вот такой вот крем для лица у нас появился, для сухой кожи, для всех типов кожи. И для комбинированной и жирной кожи. Производство Россия, Татарстан. Влажные полотенца универсальные, очищающие. Для всей семьи. В наборе, в упаковке 40 штук. Цена упаковки 77 рублей. И вот такие еще влажные салфетки для всех типов кожи. Для снятия макияжа. С мицеллярной водой. И вот такой вот еще вариант. С гелем и алоэ. Гелем алоэ и ионами серебра. 60 штук. Цена 55 рублей. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачных покупок и до новых встреч. Пока-пока.